Скоро дай. Кто такой, мечтаешь летать, как и я, ха-ха-ха. Ноги твоей не будет за штурвалом, пока не изучишь эти чертежи. Топор мне дай. Чертеж аэроплана. Сейчас мне научат, блять, как звезды получать в полете. Ага, выстрел. Спецатака. Не нажимается. Блять, вот было бы в основной игре точно так же. То есть, чтобы я мог ходить, допустим, влево-вправо и не без прыжков, блять, активировать парирование. Ебаная ракета я. Ну я понял, приблизительно я понял. Да я проходил это все. Что у меня очень... Все, я чертежи изучил, да не топор. Ну что, приятель, все выше и выше. Только намотай себе на ручку. К этим пташкам нужен особый подход. Все твои наземные дрыгоножества и рукомашества здесь не сработают. Правда, парировать можно, как и прежде. Когда понадобится уменьшаться... Так... А, когда понадобится уменьшаться, типа, можно и парировать. Но не забывай, что при этом сильно... Понял. Блять, топор мне дай. Походу, поехали. Все выше и выше, Хильдеберг. Срань, блять, а. Где-то я это видел. Ой. Так, L1. О, кстати, на L1 можно еще. Так, ну мы... Все поняли. С кнопкой... Бычок, блядь, а? Блядь, медленно играет мальчик. Да как еще? Она еще и когда назад летит на нашу дома. Ты Борис, видимо, или что? Почему по тебе хуй попадешь? Сколько я прошел? Кстати, почти конец. Я понял. После стрелка, блядь, сложная фаза. Ой-то. Стрельнется Луканецкий. В принципе, стрелка можно задудосить спецатаками. Стрелка можно по-быстрому задудосить спецатаками. Нихуя, сюда иди, давай. Ух ты, а что новенькое? Как я тактично снизу подлетел, видели, да? Блять, близнецы.
чё, блядь? Получила? Пиздец, посмотри. Как ты мразь. Чё ты делаешь вообще? Ну, что ли, да? Блядь, заруинило мне. Ура. Блядь, заруинило мне вот эти вот хуйни. Как они работают? Так, блядь, с полным здоровьем прошел. Дырка боссана. Отдай топор. Ну что, приятель, все выше, выше. Да, 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 да. Я их уже убил. Отдай топор. Спасибо тебе, теперь тут стало намного спокойнее. Может, теперь мне удастся накопить деньжат, чтобы починить мой выщербленный клинок. Кстати, давно пора вернуться к работе, ковать железо, не отходя от кассы. Вот она, монеточка. Дом кубика Рубика. Все боссы, да, это все боссы, слушай. Вот это да, неплохо у тебя вышло с должниками. Теперь можно и на другой остров перебираться. Там тоже найдется работенка. Мотай отсюда. Лафт. Парни, помогите. Дед, блядь, кричит. Парни, помогите. Уф, хорошо, что я вас догнал. У меня есть план, как выбраться из этой заварушки. Правда, муж нужен? Ваша сила растет, скоро вы сможете одолеть даже здесь шестигранного короля и дьявола. Правда сможем, да? Да, серьезно. Вот это надо вставить, да. Честное слово, но пока вы не соберете все договоры, дьявол вас, да-да-да, не подпустит. Только так вам удастся обыграть судьбу в кости и победить. Когда наступит момент, не зевайте. Не буду зевать. Уж зевать-то я не буду. Блять, вот здесь дебильные уровни. Что такое? От нашего квартета осталось только трое. Без четвертого мы играть не сможем. Только соображать на троих получается. Дай знать, если найдешь его где-нибудь. Блять, вот это сложный уровень, я помню. И отсюда можно отправиться, что ли? Бой был суровый, без прикрас. И вы погибли сколько раз? Ах да, 39. Осушить это озеро. Умная она чересчур. Блять, пиабидает, опять самолетики. Супер Поппи, я тут слегка доработал аэропланы, теперь можно забрасывать противников бомбами и менять оружие, когда в голову забредет. Как насчет полевых испытаний? Теперь твой аэроплан оснащен мини-бомбами, переключаться на них можно в любой момент. Так, блять, так дай мне испытание. Блять, вот это помойная миссия, прям помойная. Ну все, тут уже... На втором острове. Че мы стреляем, блядь? А я проебал одну жизнь как-то, слушай. Я спарировал и. Уже.
мимо болеть тебя. Чё, блядь, тебе перебой с патронами или с чем? Что ты перестаешь стрелять-то у меня? Да кого ты вниз-то? Избавиться-то, а? Чего на них? Кал говна слышу. Сейчас его ракетой подпрошу. Надо. Я урон не нанес, да? Дыбик. Ну, правда, блять, одна жизнь осталась. Чего ты меня хочешь? Шапкой своей напугать, что ли? Чего ты меня? Так, повторить это безобразие. Да, блядь, нажимаю я на крестик на этот ёбаный. Больше колдун, блядь. Что это сейчас будет? Гигантские фокусы на здании. Он меня зажал. Ну это я почти, это я почти. Я просто посмотреть, что в конце. О, блядь. Самонаводяшки какие-то. Но я заруинил тупо сейчас из-за самонаводяшек. Сейчас из-за самонаводяшек заруинил, я просто засмотрелся на них. Ну вообще, я типа не понял, что происходит. Блять, как будто легче сделали, или что? Первые разы, когда я играл, я на нем еще дольше сидел. То есть... А тут я считаю, блядь, первые две стадии вообще на изи прискакиваю. Сука.
Короче, самый сложный это с Пиноккио, блядь. Это Пиноккио, ёбаный. Самый сложный это... Набрано карт 6. Каких карт? Каких карт я 6 набрал? Чё это значит? Джин великопёрдый. Будем брать пущенный. Блять, вот это я помню тоже сложно. Ой, я уже забыл, что калом стреляю. Я понял вас. А чё это такое, блядь? А как его доджи? А чё делать-то, блядь? Блядь, снаряд какой-то ебаный. По патрону поэтому или по кому? Шоколадка взрывается, как куда я помню. Шоколадка это изи. Чё ты машешь там? Блядь, патрон. Мою голову. Да ёпта. Да ёпта, я думал, он за мной поплывёт. Не, патрон, слушай, он самый сложный. Блять. Морда какая-то. Ну, она легкая, но... Давай уже, блядь, показывай своего самого сильного бойца, блядь. Да-да-да, именно в этот угол, не в середину, а именно в этот угол. Я смерть и Гурин, но и всему остальному. Что, серьезно, что ли?
Молчаливый нагиб. Тупо сконцентрировался, блять. Не, ну здесь ноль парирования. Блять, набрана карта. Что это значит, набрана карта? Все, блядь, попущено. А, баронесса сраная, блядь, бунпари. Ладно, все, чё. Следующий, не знаю, завтра или послезавтра на днях продолжение. Все, всем ББ. Давайте, чао, какао.